Три, две, одна. Марш! Эта парочка не в силах устоять на месте и буквально рвется выплеснуть всю свою энергию на трассе. Скиджоринг – это такой зимний вид спорта. Он как будто создан для самых непоседливых собак в мире. Хаски специально вывели для езды в упряжке. А эти командные состязания помогают не только укрепить здоровье животных, но и развить лидерские качества. Спорт – это всегда нравится, потому что это победители, это энергия. Вот, собакам тем более нравится, это породное их поведение. Они рождены для работы в упряжке. Скиджоринг зародился в Норвегии, но нашел почитателей и на нашем севере, в Норильске. Здесь соревнования проходят уже во второй раз. Изначально на лыжне натаскивали вожаков упряжки. Схожую систему тренировок использовали для обучения служебных пограничных собак. По норильскому снегу мчаться к финишу готово больше 20 участников. Есть на состязаниях и новички. Собаководам и юным хаски нужно пройти небольшую двухкилометровую дистанцию. Для продвинутых гонщиков трасса длиннее. У нас две дистанции. 5 километров, 10 километров. Дисциплины. Получается, лыжник идет с одной собакой. Мальчики, девочки отдельно, естественно. И лыжник с двумя собаками. Но вне категории у нас девчонки такие есть, заводные. Они поехали у нас на 10 километров. Когда щенку исполнится год, можно приступать к тренировкам без груза. Делятся опытные участники скиджоринга. А спустя еще 6 месяцев юные гонщики уже вполне будут готовы к своим первым состязаниям. Лидеры этой норильской гонки совсем скоро встретятся со своими соперниками в Красноярске. Анастасия Тиль при содействии телекомпании «Северный город».